Чувашия продолжает работу. Федеральные проекты по реконструкции детских садов и школьных спортивных залов. Средства на капитальный ремонт дошкольных учреждений скоро должен получить и Красноармейский район. Какие работы необходимо провести, оценила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Она провела в муниципалитете целый день. Дмитрий Ковалев продолжит тему. К работникам детского сада Алена Аршинова пришла с приятными новостями. Уже в ближайшее время здесь начнется капитальный ремонт. Средства на это будут выделены из федерального бюджета, отметила депутат. Дети растут сегодня, и они не будут ждать, пока взрослые построят детский сад, да, или обновят его до современного оптимального уровня. Поэтому, конечно. Тем более наш детский сад, очередность всегда большая, детей много. Очень хотелось бы, рады мы за такую новость. Здание детского сада было возведено более 20 лет назад. За все это время здесь проводили только текущий ремонт. Сейчас необходимо заменить ветхие коммуникации и кровлю, а также укрепить фасад. Воспитатели говорят, что в садике не хватает игрушек и новой мебели. Мультимедийные технологии для его коллектива пока тоже остаются мечтой. Все проблемы решатся уже этим летом, отметила Алена Аршинова. Столы, стулья мы купили, а вот мебель полностью нужно обновить. Раздевалочные шкафы, спальные кровати для детей. Мы очень довольны, что вот сказали, что дополнительное финансирование будет. Встретилась депутат Государственной Думы с преподавателями и талантливыми учениками Траковской школы. Ученик 9 класса Юрий Терентьев показал гостям новый проект. Недавно он установил на крыше своего дома солнечные пластины. Молодой человек уже подсчитал экономическую выгоду. Если сам подсоединишь и все сделаешь, где-то на 10-20 тысяч будет дешевле стоить. Это батарея солнечная и намного выгоднее. Для юных талантов создадут комфортные условия. В Траковской СОЖ тоже будет проведен капитальный ремонт, подчеркнула Алена Аршинова на встрече с коллективом. Средства выделят в рамках новой программы модернизации школ. Районные власти уже начинают готовить необходимые документы для участия в проекте. По словам депутата, Чувашия всегда активно осваивает бюджетные деньги. Хочу отметить, конечно, тоже особую роль Михаила Васильевича Игнатьева и его команду, правительства, министров. Благодаря тому, что они очень быстро осваивают те субсидии, которые мы отстаиваем на федеральном уровне, мы работаем командно, мы попадаем в новые программы. То есть мы получаем больше денег на детские сады, мы получаем больше денег на спортивные залы. Хочу отметить, что мы второй раз уже вовлекли Чувашскую республику в программу по ремонту спортивных залов в сельских школах. Только на ремонт физкультурных залов в этом году республика получит более 30 миллионов рублей. В Красноармейском районе планируют модернизировать сразу две спортивные площадки. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.